Еще не разделся уже, икру где-то взял. Отец детского стола взял. Им уже спиртное все равно не ставят. Зачем им закуска-то? Дед, да ты лайфхакер. Чего сказал? Сам такой. Дед, что за чушь? Чушь — это то, что вылетает из твоего рта. Уточку-то оставь! Тебе оставь! Бегай потом, выкупай! Поселю вас в пчелиный домик. Там вай-фая-то нет. Вот это рыбка. Мне больше нравится. Побереги! На операцию опохмелка? Вставай давай, чеши отсюда. Или ехай, если хочешь. А укол вы мне прямо волшебный впиндюрили. И я опять как в 45. Виктор Алексеевич, а вы что делаете? Технологии уже давно вперед шагнули. Сейчас можно платить телефоном. Ну не вашим же. Антончик, слышал? У всех праздник все. Где мой ноутбук? Маман, для своих 80. Вы просто огонь. Ты мне здесь что, опять подземный переход устроил? Она Маргарита? Она же бабушка. Ты тоже недобрый молодец, Витя. Вы мне что, старуху-то подсовываете? Я пышногрудая блондинка, и мне 19. Девочка, маму позови. А, любите постарше? Мам. Где я, где она? Зачем я в Антончика-то переодевался? Так я не понял, в итоге я к кому в туалет могу ходить? Я никто, я сосед. За солью приходил. Виктор Алексеевич, а это ваша жена? Что? Да не, ну какая она мне жена? Чего я там с ней прожил-то? 20 лет какие-то. Ты вообще нормальный, нет? Да я не собираюсь лежать рядом с твоей бывшей. Вы что, инвалид? Еще какой? А, ну так инвалидом у нас без очереди. А табличку нельзя было поставить, да? Чтобы я здесь 3 дня задницу не морозил. Как я внукам объясню, что у них скоро родится дядя или тетя? Я из-за него 3 дня на улице просидел. Меня местные бомжики за своего стали принимать. Да чего там? Я 3 дня телевизор не смотрел. Я нашел женщину своей мечты. Это отчасти пятнами покрылся, да? Да не, у нее кот дома. Гамлет! Антончик! Нет, ты перед другой женщиной должен быть. Да пошла она, ваша Маргарита Сергеевна. Андреевна! И она тоже. Дедушка, забирайте свою бабушку и приходите через неделю. Еще себе я сходил в магазинчик. Это ты сейчас нас чё? Ты ж нас... Ой! Ну ты что, совсем звездонулся? У меня кот помирает, а он Ленину кланяется. Сердце. Я не хотел... Спасибо. Врача, человеку плохо. Женщина, у нас ветеринарная клиника. Ничего-ничего, он еще та скотина. Линда, не лезь, лучше помоги снять этот паричный фоточный. Ой. Вытянули репку. Сынок, у нас новый канал появился. Малевич ТВ. Не выкрукался ваш старичок. У него же внуки. Ну что, спасли этого ходячего аллергена?